До начала церемонии торжественного открытия командного чемпионата Европы по легкой атлетике на Красной площади пройдет множество мероприятий. Для болельщиков продумана и развлекательная программа. В пятницу в 4 часа вечера начнут работу интерактивные площадки. Через час праздничный концерт в формате церемонии MTV Awards с молодыми артистами, с включением спецкоров и интервью. Главная особенность концерта – показ клипа о Чебоксарах и чемпионате с участием каждого зрителя, созданного в режиме онлайн. В 18 часов от монумента матери стартует легкоатлетический забег, который финиширует на Красной площади. А в 20 часов начнется церемония торжественного открытия командного чемпионата Европы. Зрителей ждет грандиозная театрализованная постановка, спортивный микс, массовый флешмоб под русскую калинку и презентация 12 стран-участниц чемпионата Европы. Продолжит вечер концерт итальянской певицы Ингрид. В 22 часа начнется дискотека на открытом воздухе, а в 11 вечера состоится музыкальный фейерверк. В субботу, 20 июня, с 15 до 19.30 пройдут предварительные соревнования. В воскресенье также в 3 часа начнутся финальные состязания. Бег на дистанции 200 метров, 800 метров, 1,5 и 3 километра. Бег на 100 метров с барьерами, толкание ядра, метание диска, копья, прыжки в длину и высоту. Цена билета на один день соревнований от 200 до 800 рублей. На два дня от 300 до 1200 рублей. Приобрести билеты можно в Чебоксарах, в Доме торговли, Детском мире, Мегамоле, Доме мод и в Новочебоксарске. Работают специальные мобильные палатки. Продажи идут на сайтах чемпионата и кассах «Рамблер».